Зачем ты в очках будешь? Глаза красные просто. Снимай, я тебе говорю, очки. Красные глаза, все, посмотри. Не красные уже, белые. Остройся уже. Да слушай, я что, рояль настраиваться? Вы смотрите телеканал Севкав ТВ. Самый мощный телеканал всего мира вообще. Из Ставропольского края в частности. Что тебе не нравится, а? Это, знаешь, я нормальный ведущий вообще. Потухни там. Нет у нас, короче, Пятигорский 3D кинотеатров. И я специально поехал в Москву, посмотрел 3D кинотеатре фильм «Аватар». Аватар, Вася, очень, это, я не знаю, это очень, очень, Вася, крутой фильм. Советую посмотреть этот «Аватар», снят не очень хорошо. Изображение раздвоено все вот так. Жорик, а ты очки надевал эти 3D? Вот эти, что ли? Да, ты одевал. Да зачем мне эти картонные очки? Я нормально, я свои одел вот эти. Гуччи сижу нормально. Ты лох, Жорик. Слушай, что ты сказал? Жорик, ты что сказал, подушка моя? Выключи камеру, мы сейчас поговорим с тобой.